29 июня в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» состоялся выпускной вечер лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов и торжественных речей. Лицеистов радушно поздравили одни из самых значимых фигур в сфере образования Республики Татарстан. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельцина. Я пришел в этот день поздравить вас, молодых людей, от имени руководства нашей республики, от имени президента Татарстана Рустема Нургалевича Миниханова, органов государственной власти нашей республики, муниципальной власти и, конечно, от счастливых родителей, которые вместе с вами, дорогие наши дети, переживали за предстоящие экзамены, за выбор профессии, за выбор вуза, если вы там хотите продолжить трудиться. Сегодня очень интересный день. Действительно, наши выпускники, которые являются уникальными выпускниками, поскольку они выпускаются не только из лицея имени Лобачевского, они выпускаются из стен Казанского федерального университета. Не у всех в Казани, в республике, в России есть такая возможность обучаться в лицее Казанского федерального университета. Я сегодня прежде всего отчитываюсь перед вами. Наш педагогический коллектив сделал все возможное, чтобы вырастить наших выпускников здоровыми, счастливыми, умными и обогащенными и знаниями, и эмоциями. К празднику по случаю прощания с детством была подготовлена достойная масштабная программа. Одним из самых ярких и душетрепещущих номеров концерта стал вальс выпускников, который уже для многих стал обычаем и ритуалом. Особое значение также придали ребятам, чьи баллы на ЕГЭ достигли максимума – 100 баллов. Лицеистов удостоили чести выразить свою благодарность за 11 лет непрерывного образования и помощи во всех их начинаниях. Мы с классом готовились к выпускному. Вот, это тоже было очень хорошее времяпровождение. Последний раз со всем классом, очень дружно. Это в любом случае очень теплые, яркие и приятные воспоминания. Стоит отметить, что лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета ежегодно показывает высокие показатели. По всем предметам результаты ЕГЭ учащихся превышают республиканские и российские показатели на 10-15%. Отправляем ребят в свободное плавание и надеемся на блестящие результаты в студенческие годы. Карина Саяхова, Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.